Коля 3 раза Володина и 5 раз Панкова. Я думаю, для Панкова это слишком много чести, особенно если он что-то делал сейчас в последнее время в Саратовской области. Чайка сейчас опять смотрел, опять идет приватизация. Мало того, еще в эту приватизацию воткнули сети электрические, 5 сетей. Линейный объект получается, да, и в направлении под Сосиной приватизацию. Зачем туда оставлять, не понимаю, если у нас Чайка, да, возвращаемся к Чайке. Жилищный фонд, кто при вас, это не при вас, при предыдущем главе довели Чайку до такого состояния? 2 этажа, муниципальное здание, брошено абсолютно. Кто виновен? Вы, предыдущий глава, наши местные какие-то чиновники в администрации по этому поводу. Постановление, так, я вам сказал, движение автобусов, да, здесь упомянули. Вячеслав Викторович Володина и Николай Васильевич Панкова, я бы не то что 3 раза и 5 раз, я бы их намного чаще упоминал. И не стесняясь об этом сказать, тому как именно эти люди для Блоковского конкретно муниципального района сделали колоссально много. И мое личное мнение, я других депутатов близко не вижу, которые выполняли хотя бы долю того объема работы, который уже выполнено. Хочу сделать замечание, Денис Иванович, вам. В части корректности задаваемых вопросов. Вопросы задаются в рамках действующего регламента совета. И как на комитете, так и на совете докладчику. Исключительно корректно. И не должны, скажем так, использовать ваших личных политических амбиций. Личные политические амбиции в чем заключается? В чем был некорректен мой вопрос? 3 раза Володина, 5 раз Панкова. Вопрос, много чести или нет? Это в чем? Нарушение, что ли, что-то идет? Да, вы нарушили. В чем? Где? Регламент сюда, давайте. Все послушали, Денис Иванович, ваше выступление. Других надо тоже немножко уважать, тоже слушать их позицию в том числе. Что касается упоминаний Николая Васильевича и Вячеслава Викторовича, за каждым упоминанием абсолютно стоят конкретные дела и конкретные финансирования.